Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск Роснефти к АФК-система. В пользу компании «Башнефть» должно быть выплачено 136 миллиардов 300 миллионов рублей. До конца 2014 года АФК-система владела контрольным пакетом акций «Башнефти». От Роснефти и Республики Башкирии требовали в суде взыскать системы ее дочерних структур 170 миллиардов. И именно в такую сумму они оценили убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании с учетом ослабления рубля. После оглашения вердикта акции АФК-системы на московской бирже выросли на 6%. Правда, этот всплеск быстро закончился, и к завершению торговой сессии котировки оказались в минусе на 3%. Даже исходя из этой суммы, в общем, следует, что суд полностью принял нашу правовую позицию. Это нас, безусловно, удовлетворяет. Что касается конкретно изменения суммы, то мы должны увидеть мотивировочную часть, ее должны изучить наши юристы, и после этого мы примем решение о наших каких-то дальнейших шагах.